Иное измерение русской культуры. Александр Твардовский. Признание. Читает Евгений Бразов-Брушковский. Я не пишу давно ни строчки про малый срок весны любой, про тот листок из зимней почки, что вдруг живет полуслепой, про дым и пух цветенья краткий, про тот всегда нежданный день, когда отметишь без оглядки, что отошла уже сирень. Не говорю в стихах ни слова про беглый век земных красот, про запах сена молодого, что дождик мимо пронесет, пройдясь по скошенному лугу, про пенье петушков цыплят, про журавлей, что скоро к югу над нашим летом пролетят, про цвет рябиновый заката, про то, что мир мне все больней, прекрасный и невиноватый в утрате собственной моей, что доля мне теперь иная, иной, чем в юности удел, не говорю, не сочиняю. Должно быть, что ж, помолодел. Недаром чьими-то устами уж было сказано давно о том, что молодость с годами приходит. То-то и оно. 1951 год. Читано по изданию. Александр Твардовский. Послевоенные стихи. 1945-1952. Москва. Издательство «Молодая гвардия». 1952 год.